Несмотря на популярность пластических операций, большинство пациентов старается прибегать к хирургии в последнюю очередь. Тем более, что инновации в косметологии обеспечивают профилактику старения. Сегодня речь пойдет об инновационной методике безоперационной подтяжки лица. Вот в чем она заключается? Она заключается в том, что высокосфокусированный ультразвук проникает на глубину смаз-системы, это поверхностный мышечно-апоневротический слой, и там проводит микрокоагуляцию, за счет чего стимулируется выработка собственного эластина и коллагена и вызывает хороший лифтинг лица, подтяжку, уменьшение носогубных морщин, как раз то, что вам не нравится. Инновационный аппарат позволяет контролировать степень воздействия, работая в определенных слоях кожи. Высокосфокусированный ультразвук позволяет коагулировать участки на заданной нами глубине. На аппарате есть визуализация, и мы точно видим, в каком слое мы находимся. Опять же, в слое смаз, либо в собственной дерме, либо в поверхностных слоях. Аппарат не вызывает нагрева тканей периферического, поэтому вы можете не опасаться за возникновение каких-то внутренних рубцов и каких-то изменений кожи, которые были бы нам нежелательны. И также аппарат сделан таким образом, что предотвращает возможные осложнения. Различные виды специальных насадок, манипул, позволяют работать с веками и контуром лица, а также воздействовать на жировые ткани, моделируя как овал лица, так и проблемные участки тела. Процедура очень похожа на хирургическую подтяжку, но совсем без реабилитационного периода, а эффект будет сравним с хирургической подтяжкой, потому что мы как раз будем работать на том слое, который был доступен раньше только пластическим хирургам. Это поверхностный мышечно-апоневротический слой. Ощущение тепла и небольшого жжения вы можете чувствовать. После процедуры может наблюдаться некоторая отечность небольшая и небольшое покраснение, которые в течение суток уже пройдут. И некоторая болезненность лица может сохраниться в течение 2-3 недель. Но в покое вас беспокоить не будут, и окружающие не будут замечать, что вы провели какую-то процедуру, можете спокойно ходить на работу и быть социально активны. Чуть-чуть покалывает, чуть-чуть жжет, но это на самом деле все очень не больно. И будем ждать эффекта через 2 месяца. Процедура проводится однократно. Эффект проявляется в течение нескольких месяцев. А сразу после проведения необходимо соблюдать рекомендации врача. После процедуры не рекомендуется делать массажи лица, не рекомендуется посещать сауны, солярии, активные занятия спортом с отягощением. Легкая физическая нагрузка не возбраняется. Но желательно в первые несколько дней все-таки ограничить нагрузку физическую. И через недельку-полторы вы уже сможете приступать к обычному образу жизни.